Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, также сказал: «В аду есть два типа людей, которых я не видел. Вы увидите людей с розгами, похожими на коровьи хвосты, и они будут бить ими людей. А также женщины, которые одеты и в то же время раздеты. Они раскачиваются при ходьбе и заставляют других обращать на них внимание. О Аллах, поистине пророк сказал истину. Он сказал, что их волосы будут похожи на шерсть двух горбых верблюдов. А ведь это не те верблюды, которые были у арабов. Они пришли из Персии. Именно так они увидели их и знали, как они выглядят. Эти люди не войдут в рай. Вот почему я говорю, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал истину. Он сказал, люди из моей умы будут пить алкогольные напитки, но будут давать им другие названия. И в действительности, у них так много самых разных названий. Я прошу защиту у Аллаха от шайтана, и Аллах свидетель, что я передал послание.